пожалуйста, как вы свои машины догоняли из Америки сюда? Да. Только долго не надо. Это где-то 10 минут можно, да? Ну, я думаю, 10 минут можно. Ну, сейчас вот уже по моему примеру, ну, в этом месяце, ну, в прошлом месяце тоже пригнали машину. Да? Да. Все? Ну все. Да, ну вот я это, я рассказывала вот по, да. по моим следам. Потому что это очень полезно будет, как есть так. Это ваш опыт. Да, для да. других людей это ну, полезная информация будет. Я же, видите, первая привезла, приехала, да. да. Но это еще ну, да, дорого больше дома, правильно? Да чё? Как ты первый раз? Да, ну я попала в карантин. Карантин. Да. Еще машина там стояла. Да, в Мерсине, да. Да. А сейчас вот уже, ну, так как я объяснила все и получили еще быстро. Это еще из Украины, из Америки. Нет, с Америки, да. Из Америки, да. да. Вот помните, эта женщина, которая, ну, нашла меня через вас после интервью. Да, да, да. да. И вот, спасибо. И она поддерживала со мной связь все время, и она купила квартиру себе в Махмутларе. В Махмутларе, да? Да. Хорошо. Ага. И вот она, на Новый год мы созванивались, поздравляли друг друга, и она сказала, что она пригнала машину. Да? Ну, да, через те же компании, которые я говорила, по тому же пути, да. Давайте так, удачи, можете рассказывать без меня. Я не должен здесь вам. Ух ты! Да, давай, удачи. Хорошо. Значит, именно нужно тему осветить перевоз машины из Америки, да? Такую. Скажите, кто вы, как зовут, откуда, ну, сколько лет здесь живет, какая здесь живет, как есть так, вы ну, это хорошо. Лучше знаете, чем меня, уже вы постоянно здесь живет, правильно? Да, вы постоянно 2.5 года уже. Как? 2.5 года уже. Спасибо за подарок, можете открывать тоже кушать. Спасибо. Так что, давайте. Ассамблей, мотор нужен. Что? Мотор нужен. Мотор? Давай, мотор. Мотор, микрофон, Людмила, Америка с вами. Да, и Аланья тоже, теперь же Аланья. Так, здравствуйте, я нахожусь сейчас в офисе хорошего, я считаю, что, наверное, могу посоветовать и сказать, что самого приятного, самого доброжелательного и честного агентство Арбат Хомс, которое я уже здесь живу в Америке, приехала из Америки, приехала жить постоянно место жительства в Аланию. Через эту компанию я вела свои дела всем, покупала жилье. И вот прошло уже 2.5 года, мы также с этой компанией в хороших отношениях, в друзьях. Если мне хоть что-то, какой-то вопрос интересует, я всегда могу в любое время позвонить, в любое время, и мне всегда помогут. И я бы хотела немножечко поделиться, так как я приехала из Америки, не так много здесь покупателей из Америки, и многие сейчас стали приезжать и хотят привезти с собой транспорт. И так как я была одна из первых, наверное, когда я перевезла ее сюда, я приехала из Лас-Вегаса. И мне нужно было перевезти свою машину, так как я собралась жить здесь на постоянное место жительства, приобрела себе жилье. И меня это устраивало. Если кого-то заинтересует, как это сделать, как правильнее и как лучше, того, что есть разные способы. Если пенсионеры, там одна система перевоза, если обычно, вы можете обращаться в эту компанию и попросить контакт со мной, и я вам конкретно все вопросы, которые вас поинтересуют, как проще, как лучше и как дешевле переправить сюда машину и без проблем. Сейчас вот по моему опыту, буквально в декабре месяце, еще одна семья переехала сюда и перевезли также свой частный автомобиль. Так что всегда, пожалуйста, с удовольствием всем помогу. И вообще по переезду, и как здесь жить. Многие, наверное, боятся.
что переезжать в другую страну, как здесь все-таки другое государство и другие правила. Но я вам хочу сказать, что мне очень нравится жить в Турции. Меня очень много чего устраивает, даже больше, чем бывшие из Советского Союза все переехали. Я думаю, что кто сюда будет переезжать, в основном тоже такие же люди. И меня здесь очень устраивает отношение к туристам и к иностранцам. Это совершенно другое отношение, чем, допустим, приезжаешь в другие страны. Того, что я сама с Украины, жила в Эстонии, и из Таллина переехала в Америку, 20 лет жила в Америке, сейчас переехала на постоянное место жительства в Турцию. Поэтому у меня есть такой хороший опыт жить в разных местах с разными национальностями, и я себя чувствую здесь очень благоустроенно, свободно. Не зная турецкого языка, говорю на русском или на английском и без проблем. Даже там, кто не знает, допустим, английский, русский, а только говорят по-турецки, мне всегда, всегда приходят на помощь и всегда помогут. В любом вопросе у меня совершенно нет никаких проблем. И я думаю, что это зависит не от того, где ты живешь, а от того, какой ты есть и с какими ты намерениями едешь сюда. Если ты приезжаешь и хочешь вписаться в эту атмосферу, где ты собираешься жить, как ты себя будешь вести, так к тебе будут относиться все остальные. Главное – доброжелательность, честность. Почему вы сами из Америки приехали? Я пенсионерка, и у меня нет... из Америки? Да, да, я гражданка Америки. У меня пенсия в Америке, и я перечисляю сюда. Я могу подсказать, как пользоваться телефонами, могу подсказать, как банками пользоваться здесь, в Турции, из Америки. У меня это уже все пройденные этапы, и я считаю, что если кого заинтересует, это очень хорошее будет подспорье, без проблем решить любой вопрос. Меня здесь устраивает... Здесь одна, правильно? Да, да. Я и в Америке одна. Сколько лет уже? 2,5 года. Не надоели еще? Нет, что вы. Мне здесь очень-очень нравится. Я купила жилье в Оба, в хорошем районе. И хороший комплекс у меня. Из какого города Америка? Из Лас-Вегаса. Лас-Вегас. Да. Я приехала из Лас-Вегаса. Богатая страна, красивый город. Интересно, откуда туда? Потому что я жила там одна. И поначалу я хотела перевести свою семью. Они живут в Таллине. Но так как уже они обосновались, это очень длительное, у меня были поданы документы на воссоединение семьи, но это очень долго длилось, и они уже успели и выйти замуж, и приобрести жилье в Таллине. Поэтому мне уже не стало там нужно быть в Америке, и я решила переехать. Но не знала, куда. И чисто случайно я выбрала Турцию, потому что мои дети каждый год приезжали сюда отдыхать, и они мне посоветовали сюда приехать, и я очень рада, что они мне подсказали, и меня эта страна очень устраивает, и это место. Так что я всем довольна. И приглашаю вас. А машина сейчас здесь, да? Да, машина здесь. Я прошла регистрацию. У меня вот будет вторая регистрация в августе месяце. И когда я это все сделаю дальше, потому что как пенсионерам там... Было в документах написано, что у нас бессрочное пребывание. У вас бессрочное. А вообще сколько времени? 2 года. Два года. Через 2 года нужно выехать из страны. Другое. Раньше говорили, что нужно выехать именно в ту страну, откуда приехал транспорт. Но это не так. Можно выехать в любую, в соседнюю
государства. Ну, в основном здесь выезжают или... Нет. Или Россия, Украина или Грузия. Это вот ближайшие места, где можно спокойно пережить это время. И тем более, вот, ну, я интересовалась всякими вопросами по этому поводу. И хочу сказать, что в Грузию самое лучшее переезжать. Почему? Потому что есть наземный переезд, это раз. Второе, что там можно ездить на своем транспорте и со своими правами и в течение года. И, допустим, если ты захочешь, ну, как-то поменять что-то, ты выезжаешь, только переезжаешь через границу, возвращаешься назад, уже считается, что у тебя срок обновляется. Так что это в Украину тоже, это через паром выгодно. Ну, смотря кто, того, что я думаю, кто будет переезжать, в основном все, конечно, из бывшего Советского Союза. Поэтому в зависимости, кто откуда, кому ближе, кому Россия, кому Украина. Если это все дальше, то лучше Грузия. Так что всегда, пожалуйста, вам помочь. А... У вас очень красивое кольцо. А, спасибо. Это здесь купили? Нет, да. Это все оттуда. И ногти тоже здесь они теряют? Да. Да, я есть уже... такой человек, да, который да, здесь я уже коллеги. Нашла. Да, я нашла все места, где... Такое кольцо, да? Здесь купили? Нет, кольцо. Нет, это все у меня из Америки. Красивые. И ногти тоже красивые. Есть ли какие-то нужные вопросы... ну вот многие говорят, что не знают, где найти русскоязычных там или еще кого-нибудь, какие-то услуги. Я могу это совсем помочь, потому что я все сама находила, и со всеми у меня хорошие отношения, я со всеми дружу. Опытный человек, опыт, да? Да, 2,5 года. Я сейчас нахожусь в нашем комплексе в управлении. Да, молодец. Да, да, да. Спасибо, Людмила. Но я хочу сказать, что вот президент этой компании, это, ну, я не знаю, как можно объяснить, что это за человек. Это настолько душевный, добрый, родной человек, который, я говорю, я в любое время вот могу позвонить ночью, утром или что, и по любому вопросу. Потом Женя ревнует. Я думаю, что она привыкла к нашим звонкам. Потому, я почему сказала и ночью? Потому что если из Америки у нас разное время. Очень разные, да. 10 часов, ну вот у меня, допустим, ну 11, смотря кто с какой это, от того, что по Америке даже разное время исчисляется. Поэтому я и сказала, что даже если ночью, если вдруг так произойдет, что вы не рассчитаете время, то все равно с вами свяжутся. Спасибо. Спасибо вам. Я считаю, что вы мои уже родные здесь люди. Тем более, ну, даже вот, допустим, меняются у вас работники, да? Но они все равно, вот коллектив есть коллектив. Главная фирма. Да, коллектив есть коллектив. Когда ты попадаешь сюда, это ты попадаешь к себе домой. Я еще что хочу сказать. Многие, сейчас очень много компаний. Я интересуюсь и смотрю их блоки. И некоторые стараются, ну, найти там что-то, считать, что выгоднее или там удобнее или еще что-то. Ну, всегда мы ищем что-то лучшее, да? Но я хочу сказать, что у меня уже были случаи, когда люди сначала обращались в эту компанию, а потом уж почему-то переходили в другие компании. И я хочу сказать, что они не получают помощи никакой. Они остаются здесь брошенные. И хорошо, что, ну, вот, как бы они держали связь со мной. И все время спрашивали, как, чего, куда идти. Эта же компания... Вот я 2,5 года, и если какой у меня вопрос неизвестный, или когда-то что-то мне волнует, я всегда в любое время могу обратиться и получить исчерпывающую информацию.
Все, за рекламу я отдельно заплачу потом, после съемки. Нет, реклама для меня – ваше общение. Спасибо. Мне очень всегда приятно. Пока Америка, большой привет отдельно. Америка, Лос-Анджелес, да? Лас-Вегас. А любое. Вот сейчас переехали с другого штата. Многие интересовались, но пандемия спутала людей планы. А вообще многие желали переехать из Америки сюда. Во-первых, здесь комфортно жить, что тепло, что цены по сравнению с американскими, поэтому нас это очень устраивает. Так что... Пожалуйста, приезжайте. Вам хочется поговорить, да? Нет, мы все. Мы продолжаем поговорить и попрощайте наши да? зрители. Всем-всем. Главное, что не бойтесь, приезжайте и получите все самое лучшее. Все, пока. Пока-пока. Спасибо.